Рождественское театрализованное представление «Свет Вифлеемской звезды» прошло в актовом зале окружной администрации. На сцене выступили артисты театра под руководством Натальи Бондаревой. В постановке участвовали совершенно простые люди. Это участники активного долголетия. Это просто алтарники. Хоры, конечно, которые приехали к нам и настолько украсили. Создали такой, знаете, своеобразный певческий клирос. В рамках реализации проектов «Крепкая семья» и «Культура малой родины» мероприятие посетили активисты Одинцовского отделения «Единой России», ученики образовательных и воскресных школ, семьи, воспитывающие ребят с ограниченными возможностями здоровья и дети из семей военнослужащих. Сегодняшний показ, сегодняшние встречи, они помогли деткам и взрослым приблизиться к празднику Рождества Христова, глубже понять его смысл и, конечно, ощутить радость этого великого праздника. На сцене участвует семья, мама-дочка. Дочка засыпает, ей является ангел и предлагает ей посетить Вифлеем и побывать в тех местах, которые связаны с Рождеством Христовым. Представление увидели более 1000 зрителей. За один день прошло 3 спектакля. Артисты устали, но были невероятно счастливы, а зрители зарядились положительными эмоциями и позитивом. Это необыкновенный спектакль и необыкновенное мероприятие. Оно прошло по благословению владыки Одинцовского и Красногорского, владыки Фомы, и при поддержке нашего главы Андрея Робертовича Иванова. В завершении мероприятия всем присутствующим ребятам вручили сладкие подарки от главы Одинцовского округа. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».